Всем привет! Меня зовут Слава, я работаю аналитиком в команде FaZe Clan, и на этом мейджоре я выступаю тренером команды. На самом деле, очень важный сегодня матч был. Никогда не было у меня такого уровня напряжения, наверное. И безумная просто радость, безумное облегчение, что мы понимали, что мы должны закрывать Liquid без шансов, на самом деле. В двух картах мы закрыли. Облегчение чувствую. Это первый тренерский опыт, и он необходим. Двигаться дальше в любом случае, понимать как-то все, что происходит. По первым ощущениям кажется, что работа тренера, она сжирает куда больше эмоций. Я чувствую себя опустошенным после каждой игры. От матча к матчу я учусь все равно взаимодействовать с ребятами, потому что во время официальных матчей это совсем другое, чем там в тренировочном процессе или на праках. И коммуникация у них другая, и колы от Керригана идут другие. Уровень концентрации игроков отличается сильно. Я стараюсь не давать конкретные колы, хотя сегодня было в игре против Liquid, получается. Я дал именно конкретный кол на Мираже. Скорее я стараюсь давать игрокам направление движения, куда, что я хочу, чтобы они сделали общее. А они сами для себя, то есть тайм-аут 30 секунд. У нас построено так сейчас, что я там, мои из этого тайм-аута секунд 10 первые. А потом еще 20 секунд игроки где-то должны обсудить и решить сами, что они хотят делать. Согласно, ну, моему направлению. Меня немножко разочаровали Гоцент. Я думал, что все-таки какая-то из бразильских команд выстрелит, но Гоцент очень не повезло. Они в первый день нарвались на Энце, на не очень удачной карте, по-моему, они Нюк играли. И так получилось, что у них был последний матч первого круга, и посев идет случайный. И их посеяло, что они через 30 минут, то есть ты получил оплеуху от Энце, и через 30 минут тебе играть второй матч за 0-2. Они упали в 0-2, и там уже попали под Астралис. Нет. Ну, неважно, под кого они попали, не пошло. Ну и Копенгаген Флеймс. Все же во многом их успех, я думаю, обусловлен системой мейджора швейцарской. И в Best of 1 их очень сложно перечеркать. Они убирают Dust2, они убирают Inferno, и ты пойди поиграй с ними. Керриган хотел забраться в топ-4, так что пока не удается. Но, может быть, завтра все изменится. Ну, мы выйдем, если в плей-офф. Очень надеюсь. Сделаем все возможное, скажем так. Я тоже считаю, что полуфинал. Это будет великолепным результатом. Но из текущих раскладов выйти в плей-офф уже хорошо будет. Тут у тебя вопросы. Нави. Почему? Мы у них давно не выигрывали. Были обидные поражения против них, и в том числе в важных матчах. И в Кёльне было, и потом, по-моему, было уже после Кёльна, если не ошибаюсь. Давно мы их не обыгрывали, пора бы, наверное. Наверное, обыграть их в плей-офф мейджора, если попадемся. Это будет... то, что надо.